считаешь? Леша, я играю в эти два. Сегодняшнее поражение, сейчас он, ты думаешь, с скиллом команды или вот то, что, ну, что-то вы не доделали? Ну, у нас, я считаю, получилось нападение, но мы просто не завершили броски, очень много промахов из конца. У меня, по-моему, 4 было больших, по-моему, тоже около 10, но в сумме с командой точно много очков пробегали. А как долго на бэл играешь, как рассчитываешь, еще долго играть? Честно, я не помню, наверное, с года 14-го примерно, плюс-минус. Ну, буду играть, пока есть силы, нравится, это фигня. А как вообще попал на бэл? Друг вызвал в команду, я в выпуске. И что может сказать, там был обстановка, команда? Классно, очень плотный сегодня, сейчас получается сезон, потому что соединили два дивизиона вместе. Было интересно поиграть и с командой послабее, и с командой посильнее, поэтому очень нравится играть. Ну, с продвижением по сетке или НБЛ в вашем дивизионе становится команда сильнее или ничего не меняется? Ну, наверное, придет прогресс есть, даже если мы проигрываем, наши прокучатся, так иначе. Думаю, да, примерно что-то наигрываем, но вот, как сегодня, что-то не хватает. А вот кроме баскетбола, еще увлекаешься чем-нибудь? Подумал пойти на большой теннис. Кооператива. А вот, допустим, стритбол один на один. Ой, я вообще не представил, что это такое. Не переношу уличный баскетбол, потому что он... Для меня это непрозрачное свидетельство, я не понимаю, как там свистят. То есть там есть оговоренное правило, что можно судить чуть более расслабленно, можно допускать жесткости, но это не оговорено правилами и никак нигде не гарантировано, поэтому непонятно, насколько можно действовать в рамках правил, насколько нельзя, поэтому я никакого слова не люблю. Насчет свидетельства сегодняшнего дня, что можно сказать? Ну, честно говоря, просто много на эмоциях, мы кричали, там это было видно, но... Да, ошибки были довольно-таки явные, как по мне, но не было такого, что сели в одну сторону. Поэтому, в принципе, сносно, играть можно. Ну, вот игра сегодня была жестче, допустим, чем прошлое, или такой среднего плане. Жестче в каком смысле? По судейству, по игре соперника. Ну, я сейчас вспомню, с кем мы играли в прошлый раз. Мы выиграли, если я забыл, кто был в прошлый раз. Ну, сейчас мы проиграли, поэтому, наверное, очевидно было сложнее играть. И плюс Полоцк лично для меня. Я не знаю практически никого из команды. Как я их до игры назвал, для меня они ноунеймы, которые очень хорошо играют. Потому что я никого из них не знаю, но они, я знаю, что каждый человек в команде может исполнять хорошо, и каждый опасен. Поэтому играть было очень тяжело сегодня. Ну и напоследок, что можешь сказать? Всем привет. Андрей Новичков. Приходите к СМБЛ. Спасибо большое. Спасибо.